Справа от меня сидит боец, представляющий клуб «Крепость», Гаджимурат Хирмагомедов. Гаджимурат, поздравляем с победой. Очень сложный был бой. Первое, что хочу спросить тебя, как тебе дебют в Лиге ACB? Все ли нравится? Все на высшем уровне. Даже не ожидал, что на таком уровне будут проводить эти бои. Мне очень все понравилось. Одним словом. Расскажи пару слов о своем сопернике. Это довольно сильный боец, хотя у него сейчас было 2 поражения подряд, и ты третье принес ему. Но вообще боец, он в свое время был на топовых позициях у ACB. Сложно ли было с ним драться, и подготовку как-то ты под него делал? Я еще с любителей знаю этого бойца. Он дрался в моем весе. Ну, никак он в финал не бывал, и поэтому мы с ним не встречались. И он раньше меня... Уже здесь в ACB дерется, и по профи тоже. Раньше, наверное. И вот сейчас вот мне предложили с ним бой. Я и на сборах бывал с ним, я и общался с ним. Особо сам не горел желанием с ним драться. Так как ACB назначил мне этого бойца, я согласился, подрался. Я знал, что он стойкий, хороший. И так знал, что чуть-чуть бороться умеет, и чуть болевые делать так же, как и я. Чуть-чуть болевые. И вот примерно особо нового ничего не показал. Я дрался так же, как и со всеми. Просто готовился, да, я готовился сейчас. Больше не так, как к другим боям готовился. Сейчас чуть больше готовился. Месяца два я готовился к этому бою. Гаджимурат, расскажи мне про свою функционалку. Первый раунд был очень ярким и... был по твою диктовку, а потом ты стал просаживаться, прям это было заметно, и к третьему раунду вы уже вообще с трудом встали в конце. Расскажи, что случилось? Просто очень изматывающий бой или, как не знаю, недоподготовка? Нет, я в втором раунде вначале пропустил. Как я помню, я-то не помню так особо, но я вначале пропустил второго раунда. И также мы обменивались. Я особо не старался, но также я второй раунд у него вчистую забрал. Почему? Я у него все 3 раунда вчистую забрал. Ты сдал по функционалке, то есть стал медленнее? Не сказал бы я, мне казалось, что он функциональнее намного устал, чем я. И поэтому я доминировал, шел вперед. Бывали моменты, где у него на дистанции рычаги длинные. Он доставал меня, и поэтому мне нужно было держать дистанцию или нужно было сокращать дистанцию. И вот так вот. Расскажи после твоего интервью о том, что ты хочешь подраться по Кайван с Батухасиковым. Были ли какие-то встречные предложения от него? И были ли какие-то предложения от организаторов, может быть, этот бой инициировать? Да, если честно, я о этом человеке вообще не хочу говорить здесь. Не тот человек, чтобы о нем вообще говорить. Окей, и тогда напоследок расскажи, дебют был очень классный у тебя в Лиге ACB с непростым соперником. Что ты теперь попросишь у руководства, бой с кем и вообще какие у тебя планы на ближайшее время? Ничего просить не собираюсь. В планах у меня, вот сейчас будет Рамадан месяц, буду держать пост у себя в горах, как обычно. И буду отдыхать. И потом заново, кого мне дадут, с ними буду драться. Так выбирать себе соперников. С кем-то хочу, с кем-то не хочу. Такого нет у меня. Я готов с любым драться. Поздравляем еще раз Гаджимурата Хирмагомедова с победой, с непростой победой. Смотрите Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо, поздравляйте. Ставь лайк и подписывайся на канал, у нас много всего интересного. Ну а если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.